Вот этот парень с надменным взглядом – старший сын короля Фердинанд VII. Он окажется тираном, когда придет к власти, и Гойю будет ненавидеть. Как думаете, почему на семейном портрете, который он создавал в течение года, отвернувшаяся женщина? Совсем странно, да? Это жена Фердинанда VII. Проблема в том, что к моменту написания портрета неизвестно было, кого выберут в жены. Гойя оригинально решил задачу, просто набросал непонятно чье отвернувшееся лицо. А еще передал привет умершему уже тогда легендарному предшественнику Веласкесу. На своем портрете Менины художник изобразил себя, здесь Гойя сделал то же самое. Есть версия, что перед всей этой группой большое зеркало и Гойя пишет отражение. Ну или он писал как обычно, а потом добавил себя. Этот портрет, по сути, плевок в сторону монархов, но, похоже, они этого даже не поняли.